сутки после включения. У тебя 60 дней. Это же Винк. Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винк. Винк от Ростелекома. Всем хай, с вами Юджин, и так мне зашел RimWorld в прошлом выпуске, что я решил поиграть в нее еще разок. Я вижу очень много комментариев, где вы советуете мне делать вот так, так или так, и я все прочитал, но все забыл. И поэтому мы сейчас с чистого листа начинаем вторую попытку создать успешную, прекрасную колонию. Выбираем Рэнди, приключенческий рассказ, и жмем далее. Создать мир. Предапокалипсис. И куда же вы кинет наших бедолаг в этот раз. О, вот сюда, в самую гущу. А теперь самый ответственный момент. Это выбор наших персонажей. Здесь нельзя оплошать, как в прошлый раз. Никаких семейных уз. Это самое главное правило. Чтобы если кто-то умрет, а кто-то умрет, никто особо не расстроился. О, нет, у них у всех есть отношения друг к другу. Жена Мэйси Морроу. А где она? Вот она, повариха. Единственное, что у Саманты, которая министр, у нее нету никаких отношений с кем-либо. И она, в принципе, имеет неплохие такие характеристики. Ну, кроме ближнего боя. Хорошо, но она стреляет неплохо. Саманта точно нам подходит. Есть еще супер воинственная женщина Ларуса, то бишь Лариса. Ей 56 лет, у нее есть с собой пиво, 15 банок. Все тело у нее на 26% в алкоголизме. И она просто прекрасный воитель. Такая бабенка будет жесткая. У нее есть интерес к химии. Видимо, имеется в виду, как химозные напитки влияют на тело. И еще один не менее прекрасный человек, космодесантник Тревор. Тревор Хантер Коп. У него есть жена Мэйси, но мы ее оставили, поэтому забить. Все, никаких личностных связей. Они потом постепенно там сформируются. Оставьте прошлое позади, друзья. Падают. Ой, я надеюсь, я не допустил жесткой ошибки какой-нибудь. Наверняка допустил. Хантер, Саманта и Риник. Тебя же зовут Лариса. Вот, переименовать можно. Прозвище Лариса. Призвание Лариса. Принять. А, что это? Это Шерлок. Это что, белка? Самец обезьяна, возраст 18. У нас есть обезьяна по имени Шерлок. Разве не прекрасно? Срочно нужно сделать область под склад. Вот такая вот будет область. Большая. Это все склад, ребят. Разрешить брать. Разрешить. Все складываем на склад. Ничего не оставляем. Саманта у нас, к сожалению, ничем не занимается, потому что она ничего не может, да? Она не может переносить вещи, но может животноводствовать. А что будет заниматься Шерлоком, если что? Поваром тоже пусть будет. Охотницей пусть будет. Шахтерся, да, вот, короче, все и дадим. Ну, а мы тем временем давайте построим первую нашу спальню. Что? Здесь нельзя делать... Нет! Стоп! Отменить! 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 Это кратер, тут нельзя строить. В таком случае здесь. И вот здесь такая дверь будет. Не маленькая спальня? Не маленькая. Смотрите, мы можем сделать двойную кровать. Давайте. King size. Раз. И одну одноместную. Также, не теряя времени, мы сразу оградим наш склад. К сожалению, немножко кривоватый склад получается, но потому что там кратер стоит. Я что, виноват, что ли? Так, нужны кровати. Да вот же они, стоят. Назначить кровать конкретному поселенцу. Давай это будет Саманта здесь спать. Здесь будет спать Хантер и Лариса. У нас по-прежнему больше поселенцев, чем кроватей. У охотника нет оружия дальнего боя. Кто у нас охотник? Саманта и Лариса. Нет, стоп, давайте Лариса возьмет вот это. Она круче всех сражается. Саманта возьмет. Возьмет револьвер, а Хантер будет пырять всех ножом. Так, ребят, давайте-ка деревья, пожалуй, будем рубить. Нам очень много надо их. О, Саманта рубит, умница. Я думаю, весь этот лес нужно чертовой матери вырубить. И кусты долой с нашего склада. Наступила ночь, нам нужно посмотреть, что у нас в окрестностях. Вы знаете, что я ищу медведей. Я надеюсь их не найти. Вроде никого нет, только ослицы. Они не хищные, нет? Опа, что нашел? Сухой паек, разрешить забрать. Так, что это? Бум-крыса. Так вот, как они называются. Нет, погодите, это именно бум крыса. В прошлом видосе это были какие-то бум-ослы или еще кто-то. Эти наросты зеленые, они взрываются, к ним нельзя подходить. Хантер, будь осторожен. Все, наши друзья пошли спать, Лариса прошлась по Хантеру. Она как котик. Котики всегда любят ходить по своим хозяевам. Какая тихая и спокойная ночь. Под открытым небом, с дыркой в стене. Хантеру дует. Зато никто воздух испортить не сможет, так что плюс одни. Выскочила надпись, нужна теплая одежда. Всем. Всем нужна теплая одежда. Где я вам возьму ее? Тут вообще... Как бы лето, почему? Зачем вам теплая одежда? Такого раньше не было. Может, факел просто рядом поставить? Ничего, следующая ночь будет великолепной. Опа! Белка Шерлок. Это обезьяна, но я не верю, что это обезьяна. Посмотрите, это же чистая белка. Правда, хвост дрящевый немножко. Но облезлая. Это белка. Кстати, хозяин у нее Хантер. Она только его слушается. У-у-у, смотрите, животные могут натравливаться на врагов твоих и мочить их. Могут спасать всех раненых, но неподходящего размера, чтобы этому обучаться, ладно. И переносить тоже он неподходящего размера.
мира. Все, ладно, он не может спасать никого, к сожалению, и тащить. Зато может быть натравлен. Кукареку, ребят, вставайте. О, Хантер стал один первый, чтобы работать. Вперед, вперед, вперед. Одень штаны. А, он хавать пошел. Вот и Саманта встала. Иди на речку, сходи, умойся. Кто оденет эти штаны прекрасные? Хантер, одевай. Хантер натягивает штаны. Стоп. Снял другие штаны при этом. А, он просто заменил одни штаны на другие. Снаружи 7 градусов по Цельсию. Опа, я понимаю вас, ребята, вам хреново. Что это? Что это такое? Дверь из стали? А кто сюда поставил? Я не ставил дверь из стали сюда. Я не знаю, может, я случайно нажал на это. Окей, дверь из дерева будет вот здесь. Ох, смотрите, крыши из шифера. Факел зажгли, все, теперь здесь станет очень тепло. Он дает ведь тепло? Непонятно. Теперь нам нужно сделать столовку. Дверь в столовку будет здесь. И давайте еще с улицы. Кто-нибудь будет разбирать эту дверь? Мы просто так металл просрали. Вот, Саманта, у нее есть полномочия разбирать двери. Я думаю, еще на складе нужно немножечко поставить факелов. Как-нибудь так, чтобы не было пожара. Вот один будет здесь стоять, другой будет вот здесь стоять. Вот сюда мы поставим большой стол из дерева. Раз, два, три, четыре. Здесь, видимо, должна быть электроплита у нас. Она будет вообще работать? У нас есть электричество? Разделочный стол... К ним нужны стулья. Сюда и сюда. Обучение. Наркомания. Проверяйте желание поселенцев принять наркотики. Что? Осуждаю, ребят. Осуждаю. Зачем я должен проверять это желание? Почему у них вообще должно появиться такое желание? Если показатель упадет до нуля, их зависимость вызовет ломку, имеющую различные побочные эффекты. Тем не менее, после длительного воздержания зависимость уйдет. И отпадет необходимость в приеме. Погодите. Что это? Так в прошлый раз такого не было. Где у него желание здесь? Оскорбление. Меня оскорбила Лариса. Да как она посмела? Лариса! Что ты сделала? Отказала ему в любви или что? Он аж отвернулся от тебя. Я не слышал, чтобы она оскорбляла. Опять он оскорбился. И общая кровать. Не слишком нравится Лариса. Все, давайте назначим кровать на другого человека. Лариса больше здесь не спит. Но здесь спит Саманта. Тогда Лариса будет спать на этой кровати. Все, Лариса, давай, ложись. А у нее есть наркомания в нужде? А, химия. 96%. Она сейчас упорота на 96%. Кстати говоря, только она и упорота здесь у нас. Ну, конечно, она же алкоголик еще. Легкая боль. Почему мне больно, не понимаю. Спала на земле. Да встань. Как принудительно разбудить людей? Проснись. Проснись. Лариса. Тут за дверью очень вкусные наркотики. Ладно, это не сработает. Что она знает, что я вру. А давайте где-нибудь раскопки замутим. Мне кажется, вот здесь можно... Классные раскопки замутить. Нужно указать непроходимую добываемую породу. Нет, это не здесь. Вот это? Вот прям возле ослов будем... Копать. Это все рубить. Погодите! Шерлок! Где Шерлок? Нам же нужно спальное место под Шерлока. Теперь Шерлок здесь спит, где бы он ни был. А вот ты где, Шерлок. Вы здесь уже относительно давно, и вас, скорее всего, заметили. Скоро начнутся нападения. Нужно подготовить оборонительные сооружения. У! Точно! Итак, ловушка. Перед каждым входом, пожалуй. Я надеюсь, что эти ловушки не сработают на наших поселенцах. Также нужны мешки с песком. У вас нет подходящих материалов. Твою мать! Зато есть баррикада. А в какую сторону мне баррикадироваться? Давайте вот так забаррикадируемся. Вот отсюда будут ребята отстреливаться. Хантер пошел рубить. Рубить, копать. Ну, мне кажется, вот это как раз-таки ресурс. Это серебряная руда, а здесь гранит. Залежи стали. Копать. И, конечно же, копать. Сегодня 13 марта мая. Апрель, февраль. Здесь очень классное название. Смотрите, сухой паёк. Забрать. Слушайте, какое классное место мы выбрали. Здесь нет ни медведей, никого опасного. Разве что енот. Вот он очень опасен. Скрылся. Но он вернется. Благо, мы уже делаем баррикады. Смотрите, ловушка готова. Аккуратней! Фух, Шерлока чуть не задело. Что это было? Гул. Слабый, что? Далекий генератор ненависти испускает волны психоактивного гула. Сигнал достигает поверхности благодаря орбитальному усилителю, настроенному, чтобы воздействовать только на женщин. На несколько дней их настроение немного ухудшится. Все женщины теперь немножко расстроены. Надеюсь, это не повлияет сильно. Где Хантер? Рубит. Умница. Разделочный стол готов. Давай, и обеденный стол. Есть! Смотрите, это же... Это же ослики, они прибились. Заходь к нам во двор. Вот эта ослица. Давайте охотиться на нее. Нам нужно кушать, понимаете? Осторожнее, к ловушке. Он подошел к ловушке и изучает ее. Его зовут осел. Что? Что это за звук? Что это был за звук? А, фух, Саманта охотится на осла. Испугался, думал, на нас напали. Бам! Еще немножко осталось. Еще выстрел. И еще разок. Да стань ближе. Блин, как жалко ослицу. Ты патроны просто так тратишь. Давай, делай так, чтобы каждый выстрел засчитывался. Еще разок.
Да. Риск легкого нервного срыва у Саманты. Почему? Никакого комфорта. Слабый гул. Он все еще вот этот слабый гул, из-за которого всем женщинам плохо. Может, я и сноб, но я хочу себе отдельную спальню. И впечатляющую спальню. Ты забила на осла? Осел просто так, что ли, ранение получал? Ладно, он вернется, и мы доохотимся на него. Отдельную спальню. Даже не знаю, как быть. Давайте прикидывать. Ей нужна отличная, роскошная кровать. Что если мы поставим эту роскошную кровать вот сюда? Чисто для Саманты. Потом вот эту дверь мы разберем, поставим ее вот здесь. И тогда вот такая вот у нее будет спальня. Отдельная. Ладно, че по нуждам у остальных? Ужасная общая спальня. Мало того, что это общая спальня. Ужасно. Так мне еще и приходится делить ее с другими. Ел на земле. Это ненадолго. А вот Шерлоку зашибись. Лариса довольна? Слушайте, походу они все хотят отдельную спальню. Что? Северная раса. Налет. Враги, перейти к месту. Троулу. Он симулянт, и он идет к нам. Троулу идет к нам. Мы не готовы. Сейчас дождемся утра. Итак, по приказу, значит, все отменить. Отменить. Куда пошла? Стой. Куда она пошла? За ослом? Нет, все. Стой. Брось. Занимайся делами. Троулу идет. Всех к бою. Сюда, срочно. Фу. Стоим. Стоп. Он прошел, Троулу! Троулу, блин, прошел! В голову пыряйте! Хантер, не стой на месте! Пырни его ножиком! Пырни его ножиком, пожалуйста! Есть! Вольно, солдаты! Роспуск. Разрешить брать дубинку, если что. А тебя, симулянт. Он написано, что он мертв, но он симулянт. Может быть, он симулирует свою смерть? Надо что-то с ним сделать. Ладно, ребят, сами разберутся, что с ним сделать. Саманта? Ты чё? Увидела труп. Хантер, пожалуйста, убери кровь от Троула. Ну вот, теперь это очень эстетичный труп. А Лариса пострадала больше всех. Фух, ладно, мы справились. Прикиньте, мы справились, значит, пора рубить деревья. Ларисе нужно лечение. Поселенцу нужна... Что? В состоянии болевого шока. Она на нашу же ловушку напоролась. Что произошло? Хантер, спасти Саманту. Так, все, я понял, надо убрать все эти ловушки. Уберись. Пожалуйста, Хантер, убери. Нужно лечение. Хантер, он не будет лечить. Окей, в целом Лариса не особо-то и пострадала. Средняя боль, шикарная диета, все хорошо. Что это? Что это? Кто это? Какой-то бодрин 4 штуки взять и металлолом перенести вот сюда. Оп, быстренько побежал. Куда ты пошел? Куда ты идешь? А, вот и белка. А, он переносит все эти ресурсы. Смертельные болезни у Саманты? Потеря крови. Стоп. Раздеть Саманта, невозможно лечить. Поселенец, убери кровь. Что надо делать с ней? А, она все еще убирает кровь. Так лучше стало или как? Колотых ран очень много. Что опять? Саманта попадает в ловушку. Неужели? Как все в тему? Из-за потери крови Саманта погибает. Короче, у нее открытая, блин, рана. Нет, уберите ловушку кто-нибудь, ради бога. Саманта умерла. Ларис, будь добра. Невозможно перенести, потому что некуда переносить. Итак, первая смерть. Черт меня дери, как же так? Во, могила. Давайте могилу вот сюда куда-нибудь поставим. Вот здесь. Вот здесь будет... Прекрасная могилка для Саманты. Кто построит? Есть добровольцы? Что был за звук? Какой-то был звук. Охотника нет оружия дальнего боя. Так возьми же его. Он что, идет охотиться на этого бедного осла? Что? Он просто подходит и убивает его. Дело-то сблизи. Чтоб пожрать. Ты даже не приготовил. Так, какая у тебя задача? Что ты слоняешься без дела? Иди сюда. О чем пришел? Лечь спать. Он... Лёг спать прямо на Саманту. Так обидно, я только ей приготовил классную спальню. Она почти была построена. Ладно, кому-то она другому достанется теперь. Ой, мама мия. Неужели я не уйду в этот раз так же больше 3 комнат и 1 нападения? Не, ну ладно, сейчас немножко дела получше идут, чуть-чуть лучше. И у нас есть обезьяна, которая спит у нас. И в целом все неплохо. Как у Хантера там по нуждам. Прекрасное настроение. Моя близкая подруга умерла, ее больше нет со мной рядом. Да ты спишь на ней! Лариса очухалась. Пожалуйста, разбери ловушку. Я тебя прошу, разбери ловушку. Сделай это первым делом. Давайте все абсолютно все задачи сделаем для Ларисы. Чё ты легла твою налево? Кто будет строить? Работать над могилой. Не получилось построить. В смысле не получилось? Так устрой еще раз. А теперь... Нет, не пиво! Раздеть Саманту. Теперь хранить... Ой, стоп, убрать. Невозможно перенести. Кого ты понес? Ты ублюдка какого-то несешь? Это не для... Не для него была могила. Ладно, сделаем еще одну. Похороним Саманту рядом с врагом.
Я думаю, она хотела бы этого. Хантер, строй. Невозможно работать над могилой, не назначено строить. Хантер, ты сейчас у меня будешь строить, понял? Ты все у нас, ученый, шахтер, фермер, строитель. Теперь иди строй. А ладно, уже Лариса строит. Хантер, хоронить Саманту. Быстренько, быстренько, быстренько. Договориться с глаз долой и сердце вон. Ну все, живы. И уберите кровь от Саманты. Я прошу. О, смотрите, какой топовый бронежилет одел Хантер. Похоже, что вы тут надолго. Лариса предлагает дать имя вашей фракции. Как ее назвать? Вот это прогресс! Мы дошли дальше. Как назвать? А почему Лариса это предлагает? Хантеру пофигу? Ну, в общем, у нас есть поселение. Я знаю как. Сладострастные вафельки. Лайк, если понял отсылку. А поселение называется... Нужно запоминающее название. Скончивиль. Потому что тут все скончаются. Чувствуется, что в принципе все хорошо. Посмотрите. Идиллия. Ребята все работают, что-то строят. Я думаю, эту кровать нужно разобрать будет. И вот эту вот роскошную мы для Ларисы, пожалуй, отведем. Лариса, почему ты ничего не делаешь? Давай-ка электроплиту строй. У нее болезнь животных, грипп. У ваших животных грипп. Видите, что животных посетит ветеринар. Иначе, возможно, смерть. Блин, у Шерлока грипп. Он испытывает боль, но я не знаю. Я не знаю, как лечить. У меня нету ветеринаров. Вы только не говорите мне, что хана моему Шерлоку. Я что-то не понял. Каким образом тот чел прошел вот сквозь эту щель? Это же баррикада. Я предлагаю поставить одну ловушку здесь, одну ловушку вот здесь. Как-то так. Надеюсь, никто не напорится на нее. Ты здесь, енот! Опасность. Он будет воровать. Смотрите, смотрите, смотрите. Лариса лечит. Грипп легкий вылечено. Шерлок будет жить. Отправка караванов. Вы можете снаряжать караваны, чтобы отправлять группу людей путешествовать по планете. Понятно, хорошо. Мы потом снарядим караван попозже. Началось лето, но зима все ближе. Июгуст. А, я понял. Здесь один месяц, это одно время года. Всего 13 дней или 15. Нужно запасаться на зиму. А что за место для разделки мы сделали? Короче, вот такой вот разделочный стол еще у нас будет. Как это работает, пока непонятно, узнаем. Стоп, отменяем кровать, мы не сможем, потому что нет золота, к сожалению. Давайте построим обычную кровать. Обычную нормальную кровать, которая будет вот так стоять. Нам нужно построить еще костер, который... я не думаю, что его нужно строить в доме. Давайте вот здесь. Лобное место у нас тут будет. Костер есть! Смотрите, у нас есть теперь, значит, эта кровать, все, она больше не для Ларисы. Снять назначение, и теперь Лариса спит вот здесь. Ты рада? Ужасная общая спальня. Тебе не нужно больше делить ни с кем. Смотрите, есть вкладочка выровнять поверхность. Может быть, вот это можно выровнять? Это нельзя выровнять. Ужасная общая спальня до сих пор бесит. Почему она общая? Вот же отдельная спальня. Оп, смотрите, исчезла общая спальня. Это до сих пор думает, что у него спальня общая. Я не знаю, из-за чего это. Давайте разберем кровать. Разберем вот эту дверь и поставим лучше дверь. Построить вот здесь. А вот тут мы возьмем, сделаем вот так. И вот здесь будет дверь. Тогда это будет такой тамбур и две спальни. Дикарь! Дикарь пришел. Где ты, дикарь? Адам. Это же первый человек. Был изгнан из райских садов и очень злится из-за этого. Надо быть готовым. А я готов. Что-то мне не нравится, что Шерлок все еще спит. Он испытывает боли. Почему он испытывает боли до сих пор? Мы грипп еще не вылечили. Она носит ему просто болеутоляющее. Во, смотрите, две спальни готовы. А кто будет вот это строить? Оу, низкий навык строительства, чтобы построить стулья. Давайте, кстати, попробуем технологии поизучать. Этого мы еще никогда не делали. Рекурсивный лук. Исследовать. И пивоварение, я думаю, Лариса оценит. А, нам нужен стол для исследований. Простой стол для исследований. Уф, ни хрена себе, совсем непростой. Да, огромный стол. Но, пожалуй, его вот здесь, что ли, поставим. На улице. Хорошо работает, на свежем воздухе, пока лето. Так, Адам, что там по Адаму? Он травку жует. О, посмотрите, Хантер сел за исследование, молодец. Нет, давай. Придумай, как делать пиво для Ларисы. Смотрите, Хантер может попытаться арестовать Адама. А что, если они оба попытаются его арестовать? Нет, кто-то один может. Хорошо, утром мы его арестуем. Адам, ты арестован, считай. Давайте Хантера отправим. У него точность стрельбы. Сейчас посмотрим точность стрельбы. Больше. Он лучше стреляет. Значит, он будет арестовывать завтра Адама. Какой чудесный день, чтобы арестовать Адама. Давай, Адам. Невозможно арестовать недоступных свободных кроватей для пленников. Закрыто помещение с безопасной температурой. Все, 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 сейчас мы сделаем. Лакшери просто сделаем место для Адама. Вот здесь. Итак, это кровать для пленников. Пойдемте арестовывать Адама. Он, кстати, уже идет сюда к нам. Мне кажется, это будет очень смешно. И, возможно, провально, но я не знаю. Носороги помогут, если что. Пожалуйста, носороги, только не нападайте. Адам, ты арестован! Ой. Он просто отдал нам жестких люлей. К бою! Беги! Беги, Хантер! Хантер, беги! Беги вот сюда! Лариса, к оружию! Вставай вот здесь. Хантер, ты жив? Смотрите, с носорогом замахался.
Куда ты в носорога попал? Носорог не обиделся? Съесть Адама... Ладно, в жопу. Возможно, Адам дикарий и не знает, что значит арестован. А где у нас будет огород? Давайте вот здесь вот такой красивый огород сделаем. Тут будет что-то расти. Что-то, надеюсь, будет расти. Картофель будет расти, да? Нет, нет, смотрите. Как много всего будет расти. Рис будет расти. Посадить рис. Кто будет это делать? Кто? Лариса лечит Хантера. Ты моя умница. Смотрите, Лариса, кажется, что-то сажает. Она реально сажает рис. Откуда у нас рис? Белка прибивается к поселению. Есть! Я как раз таки хотел белку. Теперь питомец поселения. Где эта белка? Иди сюда, моя маленькая белка. Будешь спать рядом с Ларисой. Смотри, белка такая идет. Не туда пошла. Другая комната. Другая комната. Что ты делаешь? А, она просто дышит свежим воздухом. Риск легкого нервного срыва у Лари... А, почему? Алкогольная ломка. Самое плохое, это самое плохое. Но ты должна перетерпеть, Лариса, я тебя прошу, перетерпи. Ведь у нас закончилось пиво. Черт, она кормит Шерлока. То есть я к тому, что... Не потому, что она кормит, тратит ресурсы, хотя я тоже. Но на самом деле, потому что, блин, Шерлок болеет, я не знаю, как вылечить его. Когда уже к нашему поселению кто-нибудь новый придет? Нам нужно пополнение. Однако, очень хорошо, что мы сделали отдельные спальни, это немножко успокоило наших друзей. А погодите, можно еще и дощатый пол сделать. От. А вот здесь везде будет дощатый пол, это же дом. Давайте еще рекурсивный лук сразу изучим, потому что у нас будет оружие ломаться, я так понимаю. Лариса лечит Хантера. Хантер, вставай. Проснешься, а у тебя уже пол деревянный. Хантер, дружище, может ты начнешь работать? Давай, давай, все, встаем, умница. Смотрите, Шерлок, выработан иммунитет к легкому гриппу. Все, он здоров. Хантер, ты че стоишь? Социально расслабляется. А теперь он пошел спать. Ладно, все, все живы, все здоровы. Есть серьезный срыв, но Лариса переживет, я думаю это. Я очень на это надеюсь. Опа, дождь. Это плохо для костра уличного нашего. Сейчас узнаем. О, гром, у нас есть громотвод? Конечно, нет громотвода у нас. Как страшно, перестань, молния. А вот и костер. Погас. Лариса скоро просто слетит с катушек. Я хочу на это посмотреть. Сажай свой рис, Ларис. Черт, нам сначала нужно вылечить алкоголизм ее, потом наркоманию. Очень проблемная женщина. Хантер встал посреди ночи, чтобы дальше сеять. Риск легкого нервного срыва. Это почему? Это потому, что Лариса поспала, она сыта и выспалась, так что все хорошо. Потерпит. Во вкладке обучения можно назначить животным какие-то определенные навыки. Вот, обучение, давайте обучать. Требуется способность к обучению, а у нее отсутствует. Хорошо. Макака, давай ты будешь обучаться. Все, есть. Охранять хозяина в бою, охранять хозяина на работе, в поле. Все, это теперь защитная оборонительная обезьяна. Боже, что это? Приближается караван из фракции Южная Ось. Среди них есть работорговец. Они пробудут в поселении какое-то время, прежде чем двинуться дальше. Только что постарел лет на 10 от страха. Это добрые ребята. Они с волками. Варги. У них варги, блин. У них варги. Ребят, проходите, погрейтесь у костра. Мы его заправим очень скоро. Ладно, мы просто... Да, мы просто тусим с ними. Может, кто-нибудь из вас останется? Сегодня все добрые, потому что у них ники синенькие. Это значит, что все хорошо. Могу ли я чему-нибудь научиться у них? Так и что, они просто здесь будут туда-сюда ходить? Однажды, мне кажется, мы сможем таких вот выносить просто, чтобы грабить. Погодите, у него знак вопроса. Значит, общение. Кто-нибудь пообщайтесь, невозможно выполнить. Поселенец никогда не будет общения. Хорошо, мы не сможем с ними пообщаться, черт. Шерлок, где Шерлок? Может быть, он пообщается? Я не знаю, где чертов Шерлок ходит. Эх, Саманта умерла, а она бы, возможно, смогла бы пообщаться. Эй, пол повсюду есть. Слушайте, но это стул из дерева. А что, если построить что-нибудь попроще? А вот табурет делать легко. Отменяем стулья. И роскошные табуреты ставим. Опа, наконец-то ребята будут теперь есть не на полу. Это будет меньше раздражения. Вот, смотрите, она кушает. Видите, как она кушает? Ела на земле, теперь не ела. Опа, все сели, все пришли. Слушайте, это интересно. Мы можем дружелюбность проявлять к всяким разным людям. Они нас будут защищать? Погодите, а что можно с этой кроватью сделать? Давайте не для пленников, а назначить ни для кого. Это ничья кровать. Кто захочет спать, приходите. Торговый караван из фракции Южная Ось уходит. Прощайте, ребят. Жаль, не пообщались нормально. Внимание, жара необычайно сильная. Значит, нужны испарительные охладители или кондиционеры. Что, где я этого высру? Так, температура. Испарительный охладитель. Придется поставить в каждой комнате. Раз, два, три. Я не знаю, насколько его хватает. Так, один готов. Ага, на все помещение он работает. Все, пока Лариса спит, ей сделали охладитель. Внутри 18-16. Опа, прекрасно. А снаружи 43, жопа полная. Но мы, кажется, справились. Я даже не знаю, с чем мы сейчас теперь...
не можем справиться. Все проблемы решаемы. Какие будут еще проблемы, нас ждать в следующей серии, узнаем в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, если понравилось. Пишите в комментариях ваши советы. Пишите ваши предложения, ваши тактики. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать другие видосы. С вами был Юджин, друзья. Всех вас люблю, обожаю. И спасибо всем большое. Приятного дня. И всем пять!